Всем привет! Это лайв-дневники НАТО Свинцер, и мы во Франкфурте. Сегодня днем прилетели с Виталиком, прилетели делать репортаж. Вот наши ребята идут впереди. Данька обнимает Виталика, он скучал по нему. Собственно, сейчас около 8 вечера, и мы идем где-то прогуляться и поужинать. А после чего пойдем в отель. Нужно сегодня раньше лечь спать, потому что завтра игры начинаются довольно-таки рано. Групповой этап, все дела. It took one look, but you played me like a game.